художественный мир не имеет границ. Квод Зигельмейер знаком с Самарой с 2007 года. Говорит, что приятно удивлен тем, как преобразился город с тех пор, каким он стал красивым. По его мнению, жителям Самары очень повезло, ведь здесь сосредоточено невероятное разнообразие культуры, будь то картины, музыка, архитектура. Здесь можно свободно гулять вечером или ночью и не бояться. В этом мы отличаемся. Во Франции это не так возможно. Для представителей Самарской международной творческой ассоциации «Палитра мира» общение с делегацией из Франции – это возможность обсудить дальнейшие планы. Лучше понять точки соприкосновения и наладить культурный обмен между странами. Цель нашего фестиваля – показать гостям города, что мы открыты для любых арт-проектов. В Самаре фестиваль проходит на разных площадках города. Например, в Струковском парке посетители могли увидеть арт-фестиваль. В школе изобразительных искусств номер 8 проводились мастер-классы по танцам и прикладному искусству. А в музее Алабина и Модерна – пленэры. Лучше узнаем друг друга. Есть свои особенности, есть свои похожие и непохожие места. И, в общем, это очень полезно и интересно. Далее гостей из Франции будет принимать Сызрань. Там также запланировано проведение нескольких фестивалей. Никита Борисов, Николай Епифанов. События.